Приветствую, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, продолжаю дальше работу над ГАЗ-Тигром, пикапом постапокалипсиса. Многие подписчики спрашивают, пишут в личку, когда я наконец-то его продолжу. Как бы работу я над ним вел, но не все мог снять. Поэтому сейчас хочу с вами поделиться, что я уже сделал. Ну и показать свою проделанную работу и рассказать, что как делал. Сделал оптику, собрал все на сухую, как бы показать вам машину. Собрал оптику, сделал противотуманные фары. Фары использовал фирмы Эльф. Белорусская хорошая фирма делает фары для автомобилей. Сейчас сниму колеса, чтобы они не мешали. Красил прозрачными лаками Tamiya. Сделал такой эффект, как бы противотуманные. Пулеметы все-таки решил сделать браунинги. Тоже прихватил их пока что на патификс, чтобы посмотреть, как они будут смотреться на машине. Внизу фары не буду делать, так как они на нем не нужны. Вот на данный момент, как сейчас смотрится автомобиль. Я результатом доволен. Конечно, кто смотрел мои ранние части, покраска немного должна была быть не такой и выглядеть совсем по-другому. Ну, получилось так. Я решил оставить такой камуфляж. Ну, я результатом пока что доволен. Хорошо получилась оптика. Сам Тигр очень хорошо смотрится. Что здесь осталось сделать? Осталось поработать с оружием немного, сделать пулеметы. Оттонировать их пигментом. Немножко хочу припылить еще в нише. Хочу нормально запылить. Ну и поверху пройтись небольшим запылением, краской жидкоразведенной и немного пигментом. Понравился вам Тигр или нет, пишите в комментариях. Как видите, пока что работа еще не закончена, но уже, наверное, следующее видео, надеюсь, будет финальным по этому ГАЗ-Тигру. Также сегодня пришла посылочка мне с растворителем X20 от Tamiya. И пришел глянцевый лак X22 и X18 черный полуматовый. Я это все ждал, ждал растворитель особенно. Теперь буду продолжать покраску Тигра, Кинг Тигра фирмы ICM. И также уже начну собирать скоро Т-72Б3 от фирмы Мэнг. Кому интересно и не подписался еще на канал, подписывайтесь. Как видите, работа идет.
Хоть не так быстро, как хотелось бы, но как получается. Также, друзья, хочу поблагодарить вас. Спасибо, спасибо за комментарии. Спасибо за подсказки, спасибо за советы. Всегда рад прислушаться, что-то из них воплощаю в жизнь. Поэтому за это вас хочу поблагодарить. Ну, также ждите следующие мои видео. Скоро на канале. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким. В конце видео можете посмотреть фотографии газ-тигра.